Это что еще за хрень? Ты кто такой? Мать твою! Эй, мужик, успокойся! Ты что здесь делаешь? Собеседование прохожу. Какое еще нахрен собеседование? Работа, между прочим, шеф меня уже взял. Кто? Доброе утро, кунсткамера. Как успехи на кулинарном фронте? Шеф, а вы на час опоздали. Запомни, Федя, плохо никогда начальство опаздывает. Когда оно раньше тебя приходит. Вам чего? Ты шеф-повар. Да, я шеф-повар. Слышь, шеф-повар, а что ты долг не отдаешь, а? Какой долг? 100 000, который ты у Василия Александровича занял. Нет, я на самом деле не шеф-повар никакой, понимаете? Тут, да просто ситуация такая, шеф заболел, а я его вот подменяю. Да, можете у любого вон спросить. Это шеф-повар? Да-да, шеф-повар. Это наш шеф-повар Виктор Петрович. Здрасте. Вячеслав. Кстати, Виктор Петрович большой футбольный фанат. И он болеет за ваш футбольный клуб. Она шутит, я не болею за «Зенит». Я заметил. Кстати, завтра играем против «Спартака». Я знаю. Приятного вам аппетита. Мы же народ. Давай в кино сходим, а? Макс, мы спим. Да. Точнее, спали. Ну, давай попозже сходим. Вы же не весь вечер это спать собираете. Макс. Ну, понятно. А кто это у нас такие сексуальные трусики купил? Кость, это не мои трусики. Настя, я там развешивала белье в ванной, ты не видела мои? Извращенцы. Макс. Привет, Вик. Костян звонит, извини. Алло, Костян? Говори громче, не слышу. Кость, алло. А, бар подойти, да? Да, сейчас. Так, кто тут Лавров? Костян, погоди. А вам зачем? Это вы на клизму? Извините, а обязательно идти? Хотите, можем тут при всех сделать. Алло, Костян, мне нужно пойти. Да, Макс, все, что не делается, все к лучшему.